Доброе утро. Доброе утро, мои дорогие. Ой, он как-то чего-то хмуренько. Ой. Видите, я наконец-то тут поубирала. Ну, еще не по всему двору, конечно. Ой, проспала сегодня до 9 часов. Так устала вчера, что проснулась в 6 утра. И думаю, думаю, не буду вставать. Если усну, то посплю еще. Привет, привет. О, у меня уже тут батарея стоит. Ой, на столе, как всегда. Ну, потому что я тут работаю. Вот. Вот надо доделывать. Мячик надуло. Ну, очень он, конечно, все-таки большой. Ну, вот представляете, вот таких вот кашпо наделать. Куда их ставить-то? У меня и так места нет. Так что я в раздумьях. Сейчас посмотрела погоду. На всю неделю обещают пасмурно. И дождик даже там. Ой, девчонки, у меня что-то какое-то вот ощущение, что лето не будет нормального. Или будет жара, или будут дожди. Не знаю. Вот судя по тому, какая весна была везде, по всей России, странная. Прям вот не знаю. А что вы думаете, не бывает плохого лета? 7 лет назад в Болгарии, когда мы еще жили до Крыма там, 1,5 месяца лило с неба. Наводнение было в Болгарии. В Варне машины плавали по улицам. Вот мы пока там были, мы прилетели 10 мая. В начале июня приехал Костя на мотоцикле к нам туда. Он пробыл 3 или 4 дня, что ли, и сказал, не, поехал я. Грозы каждый день. И вот это проливенный дождь. У меня, по-моему, даже где-то в Одноклассниках фотографии есть. В общем, ну просто там что-то по 40 ведер вылилось воды на метр, на квадратный. Мне так жалко было. Даша приезжала из Мурманска с семьей, с маленьким ребеночком тогда. Ну, чего вот это? Ну, выпадало чуть-чуть погоды. Ну, чуть-чуть в бассейне вот купались. А до моря даже и не ходить, хоть оно и рядом. Потому что пока дойдешь, дождик пойдет. Так что все бывает. Вот был сентябрь, когда? 2 года назад. Или 3, уже не помню. Здесь. Кошмарный был сентябрь. Испорченный просто отдых людям. А октябрь был теплый. Все бывает. А сейчас такие у крымчан надежды, что прям, ой, до 8 миллионов обещают отдыхающих. Это будет пакость, если плохое лето будет. Ну ладно, будем надеяться на хорошее, чего. Не хочется ни жары страшной, ни дождей проливенных. Поэтому будем надеяться, что все-таки наладится дело. Вот видите, подруга рыжуха-то моя уже и не уходит. Ну. Поела и лежит себе.
Смотрите, птицы нагадили, как, господи. Деловая такая. Прям приходит и своим скрипучим голосом. Так, мяу. Давай, мол, есть, бабушка. Но ее жилец кормил. Он говорит, не приходила прям точно каждый день. А может, меня не заставала. Но появлялась, появлялась. Поест и уходит. Еще котят, может, принесет, господи. А что, все может быть. Жизнь такая. Ой, надо вот эту всю траву отсюда выгрести. У меня рук, девчонки, не хватает. Вот не хватает. В одном месте уберу. Потом смотрю, господи, а тут-то еще сколько. Сижу, вот крашу вазон. Ой, все тут завалено у меня. Вот. И слушаю там сериал какой-то дурацкий. И вот чего вам хотела сказать, мои золотые. Сегодня досмотрела последнюю серию «За час до рассвета». Так мне понравился этот сериал. Просто не представляете. А какой конец? Ну, это прям вот... Так что, если кто любит... Вот это вот послевоенное время, борьба с бандитизмом. Не знаю, мне очень понравилось. Такие актеры интересные там играют. Такие прям трагические у них судьбы у этих вот героев. Очень понравилось. Вот только вот вышла последняя серия. Кому интересно, посмотрите. «За час до рассвета» называется. Сегодня первый день. Я прям раздетая. Прям раздетая в футболке. А почему? Потому что нет ветра. Нет ветра и прям тепло. Стояла белая. Это я что-то под Новый год делала, что ли? Вот. Она такая никакая. Думаю, надо покрасить. Ну, правда, мелкая. Ну, чего-нибудь посажу. Ой, девоньки мои дорогие. Вот давно я вообще к ним не подходила. Тут на улице за забором. Что вон уже вон дети какие выросли. Ой, сейчас пока вот эту отдирала, девчонки, все руки исколола. Перчатки не помогают нифига. Ой, все ноги исколола через штаны. Ой. Ну, надо уже ее дорезать. А там он еще одна. Вот не имется мне, а. Пальма, твою мать. Ну, вот не была бы она такая. Какая же она колючая, зараза. Можно вот так глазом наткнуться и останешься без глаза. Сейчас Сашка маленький приедет. Ну, вот я ее сейчас пообрезаю повыше. И на участке пообрезала. Ой. Красивая, когда цветет. А так одна проблема с ним. Вот это я люблю. Ой, когда уберешься, более-менее вот это еще надо повыдирать. Вытаскивала сегодня, таскала мусор, таскала.
Еще вот эти вот две коробки надо отнести. Ой, девоньки, ни руки, ни ноги не работают. Почему у меня вот здесь вода стоит? А, у меня была дырка тут, а я ее заделала. Вот там вот. Она туда, видно, вода-то уходила. А ничего, высохнет. Фух. Еще никак терраску свою не помою. А ничего. Не все сразу. И так я тут за 3 дня наворотила делов. У меня тут все. И рукоделие, и цемент, и садоводство, и уборка. И ой, только в дом зайти страшно, девочки. Просто страшно зайти. А что, я туда захожу только спать? Ем и то на улице. Ну ничего, сейчас я разберусь. И займусь домами. Вот еще страждущий пришел. Мяу, говорит. Сейчас вынесу. Сейчас. Кому я шейки куриные покупала? Вроде как себе. На самом деле. Кошкам с котами. Сейчас. Боится. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ну, чего ты боишься-то? Блин, я левой рукой-то... Ну, вот говорю, не докину. Сейчас. О, Господи. На. Да ё. Руки-то у бабушки не работают. Кс-к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 с. Вон, беги. Нашла? Нашла. Какие-то грибы выросли. Паучище вон здоровый. Ой, Господи. Проснулась живность. Ой. Вот еще один день пролетел, как пуля. Вышла хоть перекурить. Покурить некогда, а? Мать твою. Не, я понимала, что я приеду, и у меня будет много дел. Но что до такой степени? Как-то я... Хоть пообстригала. Туда сзади там еще есть несколько, но я пролезть туда как-то не могу. Красиво как. Вот сегодня был прям день. Замечательный. Без ветра. Я на улице, ну, на участке работала и прям так припекала прилично. Прям чувствовалось, да, что все. Что лето вот-вот нагрянет. Ну, это потому, что ветра не было. Ой. Только вроде встала. Я даже есть забываю. Мне же надо есть часто, а я забываю. С этой работой. То там поковыряешься, то там поковыряешься. Одно оставишь, пойдешь другое. Прям вот закружилась вся. Я даже не соображаю, какой день недели. Каждый день собираюсь ехать за свет платить. Угу. Я чувствую, пока они мне не позвонят, я и не поеду. Это ж надо собраться, это ж надо. Ой. А я вот сегодня, вот честно говоря, девчонки, как встала утром, вот это волосы на один бок, так весь день проходила. Там люди чего-то жгут в Калиновке. У меня тоже столько надо сжечь веток всяких. А у меня мангал стоял и, ну, не накрытый.
пока меня не было, и в нем половина воды, как дожди шли. Вот надо, чтобы высохла вода. Ну, сейчас, если такая погода постоит, высохнет. Ой, как хорошо, когда нет ветра. Вот меня ветер прям напрягает тут. И в Питере прям вот погода один в один. Такие же ветра ненормальные. Но Питеру я все прощаю. Чурок этих, ветра. Не знаю. Я как будто увижу архитектуру вот в центре, и все. Ой, кто бы спилил вот эти знаки? Поставили же такие огромные еще. Хорошо, девчонки, прям сегодня хорошо. Еще бы работы поменьше. Была бы еще вообще красота. Я еще не посадила огурцы и перцы. Хотя не знаю, на кой они хрен нужны. Мне их все равно нельзя. А Костя с семьей приедет, еще не будет ни огурцов, ни перцев. Ну ладно, потом кто-нибудь все равно приедет. Звонила Марине Августе Рококо. А она была в ванне, с Серегой разговаривала. Я говорю, вы когда приедете? Он ржет. Он говорит, Люб, я бы сейчас сел на машину и поехал, но надо еще денег заработать. Так что они, может, приедут в сентябре. Не, ну в сентябре-то нет. Я должна уехать в сентябре. В августе, может, приедут. Ко мне там подружка детства собирается приехать, а я вот не знаю. Я сестре сказала, говорю, когда она собирается, чтобы мне хоть как-то... Я же Лену Баттл жду в конце июля. А то получится, знаете, вот это вот, нагрянут все сразу. И куда я их буду? Как в этом фильме? В очередь, сукины дети, в очередь. Господи, вот прям в голову уже влезает иногда такая ерунда. Да, таких накладок как-то не хочется. Ну ничего, поживем, увидим, что как получится. Ладно, у меня хоть как-то с утра было не очень настроение, к вечеру. Видите, даже веселюсь, даже пела сегодня. Включила себе дискотеку 70-х и поплакала, вспомнила, и попела. Ну, когда, пока работаешь на улице-то. Все скосил. Витя-то. Ой, как он мне в том году, я посадила 2 грецких ореха, ну, уже подросших такие, сантиметров по 20. И слышу, Витя косит. Выскакивая, он уже их... Не знаю, в этом году будут прорастать, нет? Они какой-то год прям прорастают, вылезают из земли. Какой-то нет. Ой, что-то я заболталась с вами, милые мои. Господи, 7 минут уже лялякаю стою. Ладно, зайки мои, а то это смотреть невозможно. Болтовню мою. Ладно, мои золотые, давайте. Пусть все будет хорошо. Ладно? Ой, такая красота.
Чё я так закаты люблю? Не, я рассветы тоже люблю, но закаты просто вообще обалденные. Все, короче, мы договорились. Вы у меня не болеете, не грустите. Держите себя в руках, чтобы прям как малосольные огурцы были крепенькие, в пупырышек. Давайте, мои золотые, до завтра. Я вас люблю, обнимаю, целую. И желаю вам всего только-только-только хорошего. Ну и хорошего вечера и спокойной ночи вам. Да и мне тоже. Ну и пока-пока, мои дорогие. Пока.